В правительстве страны пояснили необходимость сближения пенсионного возраста мужчин и женщин. Напомню, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении возраста выхода на заслуженный отдых для мужчин до 65 лет и до 63 лет для женщин. Согласно пояснительной записке, статус женщины в обществе изменился. Распределение домашних обязанностей в семье стало равным, и необходимость более раннего выхода на пенсию отпала. Повышение возрастного порога коснется и получателей социальных пенсий по старости. Мужчины, которые не наработали официальный необходимый трудовой стаж, смогут рассчитывать на пенсии не с 65 лет, как сейчас, а с 70. Для женщин эта отметка возрастет с 60 до 68 лет. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении. Почти половина официально безработных россиян – молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве страны. Что касается заболеваемости и смертности среди населения после 55 лет, то такой статистики, по словам Голиковой, в России нет. Дом правосудия, строительство которого идет на улице 40 лет Победы, откроется в августе. Об этом сообщает издание «Бизнес онлайн» со ссылкой на пресс-службу Набережно-Челнинского городского суда. Напомню, возведение дома правосудия в Автограде обойдется в сумму, превышающую 290 миллионов рублей. 18 июня в Набережных Челнах пройдет День правовой помощи. На вопросы челнинцев ответит уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. Граждане смогут получить консультацию представителей крупных предприятий, которые также приглашены на мероприятие. Встреча пройдет в здании мэрии, начало в 11:00.